Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами очень интересным и необычным, можно сказать, моим авторским рецептом приготовления ореховой аджики. Необычным рецепт делает то, что мы будем применять некоторые, так сказать, несовмещаемые ингредиенты. Но хочу вас убедить в том, что конечный результат будет просто превосходен. Итак, вот ингредиенты, которые нам понадобятся. В моем случае я буду использовать маринованные зеленые помидоры. Их нам понадобится 8 небольших штучек. Еще я буду использовать 4 крупных стручка острого горького перца, 6 крупных зубчиков чеснока, 8 средних красных болгарских перцев, грамм 150 грецких орехов, 100 мл яблочного или виноградного уксуса, 25-30 мл растительного масла. Понадобится нам пучок свежей зелени, в моем случае это кинза и укроп. И из специй нам понадобится 2 столовых ложки крупной соли, столовая ложка сахара и пол чайной ложечки молотого черного перца. Итак, друзья, приступаем к приготовлению. Приготовить такую суперскую аджику не представляет никакого труда. Главное нам измельчить все ингредиенты. При помощи мясорубки я измельчил острый перец, чеснок, болгарский перец, куда впоследствии я добавил измельченный грецкий орех, добавил растительное масло и уксус, также добавил соль и специи, добавляем всю измельченную зелень, все это хорошенько перемешаем до однородности. Наша аджика готова. По рецепту хочу сказать, что при таком количестве, как я использовал острого перца и чеснока, аджика в итоге получается в меру острой. Если же вы любите острый продукт, смело можете увеличивать эти ингредиенты вдвое. По рецепту еще хочу сказать, что вместо зеленых маринованных помидоров можно брать квашеные помидоры и, естественно, можно взять обычные спелые красные помидоры. Надеюсь, мой рецепт вас заинтересует и вы возьмете его на заметку. Из такого количества ингредиентов у меня получилось 2 пол-литровой баночки и пиалка на пробу. Хранится такая аджика в стерилизованной посуде в холодильнике до полугода. Если же укупорить закаточными крышками, такая заготовка может храниться до года. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях. Кто не подписан, подписывайтесь на мой кулинарный канал. До встречи! Ставьте лайки и не забывайте мыть руки.